Да, заходи, заходите. Или если вы любите сниматься, то заходите. Снимите, пожалуйста. Добрый день, Владислав Николаевич. В принципе, да, добрый день. Я очень рад вас видеть, и просто я вот без камеры уже не могу как бы даже вас представить, Иннокентий. Добрый день, Алексей Леонидович. Здравствуйте. Человек камера-то наш. Да, можно, кстати, если бы вы не одной камерой снимали, а две камеры, то стерео, да, было бы? Ему надо в руку при этом встроить. Встроить, да, сразу камеру, точно. Прям камеру, хирурга да. Надо позвать. А лучше в глаз просто. Монтировать. Чтобы никто не видел. Два. Нет, лучше сразу прямую трансляцию в YouTube. А, ну да, да, чтобы транслировать сразу. Ну, давайте, вы что-то от нас ждете, чтобы мы вам сплясали, спели или что? А что вы можете сделать? Желаю вам счастья, здоровья в личной жизни, успехов в труде, чтобы ваша кошка не болела, чтобы собака, ну, расчесанная была. Лапки мойте почаще, ложитесь вовремя спать, просыпайтесь пораньше. И меньше пейте кофе. Алексей Леонидович. Да, также, чтобы у вас также никакая, ну, как говорится, чтобы у вас ничего там не выросло. Вы что-то культурное говорите, такое я не буду. Весна, она осенью красна. Ох, что-то ни одной доброе место в голову не лезет почему-то. Я же вырежу такое. Да? Ну, конечно. Что это? Некультурно. Просто. Солнышко светит. Просто супер. Вот это меня радует. Солнышко. Смотри, какие опрятные краснолицые. Вот так вот, да? Краснощеки. Губы делают на фотках. Супер. Давай. Я просто не знал, что в прошлом году было и сейчас какие наработки. Но раз ты лидер, взял права правления, рассказывай, хотелки, вы же все-таки люди. Ну, как Бондарет не сказал, они люди, вот эти педагоги, музыканты, они своенравные. А интернет здесь работает? Да. А можно? Да, можно, конечно. У меня за счастье, Владислав. Куда она скачалась-то? Может, она лучше вставляет? Ну вот я смотрел, блин, она приятна. Не скачивается. Только так скопировать. Она не копируется. Ты знаешь, я копировал, зацветлял, и это копировать, и открывал папку вордовскую, и туда она у меня. Ну, а что-то она как-то по-другому выглядела. Ого, ничего себе, большая. Ну, попробуем, посмотрим, что там. Что-то слишком... Не, ну на что-то выбрать. Не, хотя бы почитать, о чем речь-то вообще, просто раз. Ну, хотя... Ну, ладно. Короче, ход мероприятия. Звучит музыка, Иннокентий, на тебе. Дальше. Юрий Шатунов, «Хозяйка весна». Выходят ведущие два. Первый говорит: мы помним чудные мгновения, что вы дарили в жизни нам, а потому без промедления начнем концерт для наших дам. Второй ведущий: мы благодарны за улыбки и за небесные черты, за то, что промахи и ошибки прощаете из доброты. Первый ведущий: за то, что дарите волнение, что воскресают вновь и вновь, и божество, и вдохновение, и жизни, слезы, и любовь. В принципе, нормально все. Нормально. Для вас хорошо. Прекрасная, милая, обаятельная, привлекательная половина человечества звучит песня.
выступает первый А-класс, песня «Мама». Ну, Иннокентий поставит «Мама». И споет. Первый ведущий. А сейчас, дорогие зрители, для вас загадка. В какой светлый день весны дарят женщинам цветы? А в садах и школах детки мамам мастерят поделки. Что-то можно убрать, в принципе. Да, можно что-нибудь убрать. Ну и все, короче, вот эти слова мы говорим, да, там с тобой. Ты, ну, то есть первый, второй, да, вы идете как? Кто у вас первый? Вместо вот там концерты, типа там первый А-класс, просто будем либо играть какие-нибудь песенки с тобой, ты одну, я одну. Иннокентий, он споет, спляшет там, я не знаю. Я стих расскажу в последний. Вот кто-то стих. Потом расскажет. После вот этой всей акции я расскажу стих, все. Да? Угу. Да. Да, все тогда, сделать. Давайте печатаем. Давай распечатаем. Ну, типа, уважаемые дамы, завтра приглашаем на 11:00, там найдешь что сказать, правильно? Мне кажется, что лучше распечатать тогда, а то вдруг кого нет, они не услышат. Не. Или в группе написать. Ну, в группе написать. Давай, ну, в группе. По максимуму, да. Ну, что тогда, это самое. Ну, все тогда. Нет. В общем, с каждого по номеру, мы с ним ведущие. Да, сразу все да, начинаем, Иннокентий за музыку отвечает. Вести, чтобы проводить да. репетицию. Угу. В один сначала, да, завтра? В 11 начала. Вообще репетицию лучше уже сегодня начать. Или можно даже сегодня, да. Давайте поднимайте вечером или когда там. Да, ну, только Таран да. не сможет. Он... А, или даже прямо вот, а в 12 или в 11 сейчас, через час сможете все, нет? Да, в 11. Можем. Давайте в 11 сейчас. 11, через 15 да? минут тогда. Или да, когда? Ну, давай пораньше. Давайте пораньше. Давайте полдень. Тарана мы не берем, да? Он да. будет как присутствует. Мы пока да, не да. берем. Если надо, мы его куда-нибудь... Вы первый, второй, знаем. Кеша третий номер, я четвертый стих расскажу. Через 15 минут просто мы сейчас все это соберем в кучу. Ты да, музыку да. найдешь, мы с твоими номера найдем. И с гитарами все вместе да. сейчас прям прорепетируем через 15 минут. Ну да. да. Стих у меня вон он висит, я его да? зубрю. Поздравление, да? Что написать? Поздравление. Поздравление женских особей да? мужскими особями. Мы помним чудные мгновения, что вы дарили в жизни нам. И потому без промедления начнем концерт для наших дам. Мы благодарны за улыбки и за небесные черты, за то, что промахи и ошибки прощаете из доброты. За то, что дарите волнение, что воскресает вновь и вновь, и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Для вас, прекрасные, милые, обаятельные, привлекательные половины человечества, выступает Владислав Николаевич. Поздравляем дорогих, милых, красивых, очаровательных женщин с весенним праздником. Все, без исключения, любят этот день. Праздник наших мам, бабушек, сестер, подруг, одноклассниц,
А теперь принимайте поздравления от Геннадия Викторовича. Ну, 8 марта – это уникальный праздник для мужчины, который преследует его всю жизнь. Это как будто второй день рождения вообще. Вот даже с самых юных лет, все-таки подарки – это ощутимая болезненная тема. Вот помните, как в детском саду маме на 8 марта нарисуешь каляку-маляку? Она так радуется. Почему-то женой этот фокус не проходит. Пусть послужит вам подарком солнце, счастье и весна. На сцене Владислав Николаевич. Женщина на свете может все, а мужчина только остальное. Итак, на сцене Алексей Леонидович. Посвящается вам, милые дамы, поздравления прекрасной стихи. Посвящается искренне вам и тепла, и любви. Принимайте поздравления Константина Симонова. Стихотворение. Константина Симонова из фильма «Служу Советскому Союзу». Если Бог нас своим могуществом после смерти отправит в рай, что мне делать земным имуществом, если скажет он, выбирай? Мне не надо в раю тоскующей, чтоб покорно за мною шла. Я бы взял с собой в рай такую же, что на грешной земле жила. Злую, ветреную, колючую, хоть ненадолго до мою. Ту, что нас на земле помучила и не даст нам скучать в раю. В рай, наверное, таких отчаянных мало кто приведет с собой. Будут праведники нечаянно там поглядывать за тобой. Взял бы в рай с собой расстояние, чтобы мучиться от разлук, чтобы помнить при расставании боль сведенных на шее рук. Взял бы в рай с собой все опасности, чтоб вернее меня ждала, чтобы глаз твоих синей ясности дома трусу не отдала. Взял бы в рай с собой друга верного, чтобы было с кем пировать, и врага, чтоб в минуту скверную по-земному с ним враждовать. Ни любви, ни тоски, ни жалости, даже курского соловья, никакой самой малости на земле бы не бросил я. Даже смерть, если б было мыслимо, я б на землю не отпустил. Все, что к нам на земле причислено, в рай с собой бы захватил. И за эти земные корости, удивленно меня кляня, я уверен, что Бог бы в скорости вновь на землю столкнул меня. Как звали женщину, которая была инициатором праздника? Ванна Церкин. Правильно. Как звали первую женщину, дегустатора яблок? Ева. Как звали женщину-модельера, создавшую маленькое черное платье, до которого... Назовите имена и фамилии наших женщин-космонавтов. Правильно. Бесспорно, роль женщины в современном мире очень ответственна. Женщина разделила с мужчиной практически все обязанности. Она освоила множество, казалось бы, не женских профессий. Работает во всех отраслях промышленности, пишет диссертации, изобретает, вычисляет. В общем, современный мир не мыслит себя без рук, ума и таланта женщины. Мальчиков, зайчиков. Давай.
За наших жен и матерей, за женщин всех.